музей войны мы там проходить будем? Что? Музей этот войны проходить будем? Нет? Приезжать будем. Нет уже. Отель туда до улицы Пастера, потом налево. Да. Вот. У фрукты продаются с заднего фасада, с той стороны. Это вот это рынок, что ли? Боря, понял? Да, это рынок. Да. Кто желает? Здесь, Лен, лучше здесь нам выйти, да? Да, какая разница? Ну, да, вам пешком придется туда идти, до самого Рекса. Далеко идти, да? Да нет, вот он. Нет, это я вам говорю. А вам рынок прямо здесь вот. И здесь же фрукты, только где-то в другой стороне, да? Да, вот здесь фрукты уже отсюда начинаются. Ага. И туда направо, там и на улице. Что отсюда, что от отеля одинаково. Все, счастливо. Господа, во всем хорошего плавания сегодня. Да, да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, всем. До свидания. Ну, Никита потом будет благодарить. Да, он да? Так, ну что, ой, ну я подожду. Вы пошли, да? Да. До вечера, господа. До вечера. До 27. Водитель сказал, что сначала заезжаем в гостиницу, все выходят, и автобус тогда сразу подвезет кого, кто хочет в музей. Потому что там же одностороннее движение, чтобы ему не крутиться туда-сюда. А как вы сходили в музей? В общем, сегодняшнее свободное время, я думаю, все провели с пользой для себя, да? Они уходили, они как раз попрощались с вами до завтра. Так что точно. Вот трое, две женщины и мужчины. Да-да-да, они не ужинают. Они и планировали, да, да, что их не будет. Все правильно. Вьетнамцы идут гулять, отдыхать. У нас вот в отеле... Там понаехали, не знаю, то ли вьетнамцы, то ли японцы, с семьями, со всеми детьми, там, все. Это они, наверное, на два дня приехали, если праздники были. Вот не знаю, обычно вьетнамцы, наоборот, выезжают из Сайгона на праздники, потому что большинство в Сайгоне, большинство жителей – это приезжие, и они едут к своим родственникам, как раз на периферию выезжают отсюда. А скорее всего, если это восточные люди в отель приехали, скорее всего, это или корейцы, или японцы. Вот. Ну, они на экскурсии уже. Понятно. А вот впереди самое высокое здание города Хошимина. Наши это уже видели, знают. А вы, наверное, еще не видели, да? Нет, 68 этажей. Я видел. Ну, подсвет около рынка. Сейчас уже там открывают ночной рынок, там тоже продают разные фрукты, можно там перекусить, можно какие-то вещи, даже сувениры купить. Но под покровом темноты недобросовестные продавцы могут продать что-нибудь и бракованное. Окные тут в школах когда? Не бывает таких. Вот такого, как у нас, нет, да? Просто у нас круизы тоже, вот эти вот баллы. А здесь вот. Вот невеста с женихом стоят.
А это девушки, это не свидетельницы, это работники, их нанимают специально, они тоже встречают. Девушки и юноши обычно должны быть. А нет, здесь только девушки. Стал тоже малыш. Который нам нравится.